Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя Сила Порталов. Так, ну что, мы с тобой остановились на искаженный Нью-Йорк. В принципе, меня эта команда устраивает. Да, вполне. Так что поехали. Стокмана Муху можно атаковать только когда он приземляется. Слушай, только не говорите, что здесь будут... все боссы подряд. Мне этого не хотелось бы. Так, за кого мы играем? За Лео. Так, давай бомбить их. Иди сюда, Маузер мелкий. Всех рвем. Так, подожди, я вот это вот хочу. Может быть, тут что спрятано? Ну да. Пицца лежит. Так, я не понял, какого фига здесь ледяные эти чудики? Какого перепуга они здесь появились? Иди отсюда. Пускай валяется. А он когда лежит, мы ему не можем нанести, да, урон? Вот оно что получается. Правосудие по черепашьи. Это уж точно. Так, еще пицца выпала. Ну-ка, давай так сделаем. Ух, чётенько. Так, встанет? Нет, уже не встанет. Ну-ка, что у нас из этого получится? О, танцует, танцует. Давай, пока бомби его, пока они тут все на своих танцах. Поехали. Все. Ну-ка, оглушили. Так, у нас только суперудар у Донателло и у Рафаэля. Идем наверх. Ну, как всегда, по крышам, да? Искаженный Нью-Йорк. Ледомишки, милашки, но смертельно опасные. Так, ну-ка, поехали. Неплохенько. Воу, сразу ушатали их. Замечательно. Так, я с кланфутовцами здесь буду по-другому разговаривать. Давай, 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 бомбим. Пока суперудары не будем тратить. Готовы вкусить моей нунчаковой боли. Ну, кто следующий? О-о-о, явился, не запылился. Блин, надо было, когда их двое. На одного потратился. Уходим. Черепашки, зачем вы лезете, если там целая орда? Надо помогать. Так, пицца. Давай, давай. Бейте их, пока я тут развлекаюсь с музлом. Красавчики. Пицца здоровья. Вот как это делается. Действительно искаженный какой-то у нас Нью-Йорк. Весь замороженный. Кстати, он там глаз летит. Пока не будем тратить суперудары, не нужно. Зря. Зря не потратил, потому что получил урон. И, соответственно, весь наш счетчик обнулился. Давай, 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 вон того прижучим. Офигеть, прижучили. Что происходит? Я не могу понять, почему они так бомбят? Так, что у нас тут спрятано? Ничего. Игра оконченная. Это еще что за чудо-юдо вылезло? Так, он хоть музыку-то слушает? Эти-то слушают, я вижу. Фига он, блин. Рафаэль, давай. Красавчик. Ниндзя, заработало. Блин, у нас уже мало здоровья осталось. Твою дивизию. А сейчас, наверное, будет босс. Так, мы были в ледяной, теперь пришли в тропики.
Точно. Ух ты, славный бластер. Стокман, ваш заклятый враг. Какой довольный дурачок. Так, он получает урон только когда приземляется. Опа. Тут еще гигантские маузеры, прикинь. Да отойди ты, ты же видишь, что он там бомбить собирается. Пицца здоровья. Блин, мы по этой мухе даже урона еще не нанесли, прикинь. Да отходи ты, господи, Донни. Что происходит? Он вообще будет сегодня спрыгивать или нет? Давай посмотрим. Ненадежные технологии Крэнгов. Так, он спустился, ребят. Вжариваем. Что такое? Что такое происходит? Он тут кислотой как-то плюется. Ты опять за свое, что ли, а? Он теперь открыл портал. Ну давай ты, блин, спускайся, гаденыш. Опять портал. Тут надо постоянно двигаться, чтобы в тебя не попадали его лучи. Зашибись. Даже встать не дает. Так, смотри, 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 он приземляется. Пинаем, ребята. Мои маузеры, невозможно. Да иди ты в пень, он опять, ребята, упорхал от нас. Зашибись, на бис. Последняя попытка. Отходите, черепашки. Он заколебает, а? Так, слушай, сейчас приземлится. Бомбим его, друзья. Да. Вы еще услышите о Бакстере Стокмане. Победа. Здоровье у нас, конечно, вообще по минималке. Так, ну что, главное, что мы его здесь подбили. Так, мы продвигаемся, получается, дальше. Слушай, ну муха противная, действительно. Бить ее можно, когда она приземляется. Так, здесь у нас открывается. Костюмчик, кстати, здесь будет новый. Блин, муха, потом этот... Бибоп, потом еще Рокстеди и Шреддер. Ё-моё. Так, ну сначала за костюмчиком. Надеюсь, мы его сможем получить. Так, искаженный Нью-Йорк 4. Опять зима. Опять дубак. Воу-воу-воу-воу-воу. Но вас-то тут только не хватало. Давай сделаем суперудар. Ломаем, ломаем их. Следующий портал. Ты бич. Обалденно. Комбо-атака. Вот это красавчики. Блин, я тут ящик не открыл. А вдруг там... что-нибудь лежало, а? Кто здесь? О, костюм, ребята! Супергерой! Друзья мои, у меня новый костюм.
у Леонардо. Сначала дезинтеграция, вопросы потом. Я боюсь, никаких вопросов потом не будет вообще. Давай, давай, бомби. Супер удар. Вы и вправду хладнокровные. Медведь, ты только понял это? Слушай, мне нравится костюм Леонардо, супергерой. Маузеры. Так, что у нас в этом сундуке? Ничего, кланфутовцы. Давай, 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 бомби их. Статуя, статуя это... А, уничтожается. Пиццу мы получили. Все, вроде бы. Ух ты, гигантский маузер. Фига мы его там колбасим. Вот и все. Давай этого сейчас. Быстро мы с ним разобрались. Практически моментально. Идем выше. Что ж, а вот и мы. Так, не забывайте, что здесь у нас будет... А, нет, Бибоп уже будет на следующей, да, локации. Здесь мы с тобой просто получили костюм. Так. Донни, парни! Ух. Активируйся. Фига он там. Блин, я сам себя уже не вижу, где это. Смотри, что у нас за суперудар? Не могу понять. Все, подбили, да? Так, опять ледышка. Так, еще и каменный голем. Ё-моё. А не слишком ли вас тут много, блин? Вообще круто. Слишком холодно для хладнокровных. Так, пицца, 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 пицца. Взял. Супер удар. Я лучом бью. Вот какая у меня способность. Так, 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 так. Блин, пиццу взял, и все равно половина здоровья уже как будто не бывало. Да, детка. Прошли. Да, получили с тобой две ячейки крэнгов. Так, а теперь мы с тобой двигаемся к боссу. Кому? К Бибопу, насколько я помню. Блин, с мухой-то еле справился. А Бибоп здесь будет еще сложнее, чем был. Так, ну что, двигаемся, да? Погнали. Так, что интересно делает костюм Леонардо? Давай-ка почитаем. Вражеские удары не снижают заполненность комбометра. Так, при заполненной специальной атаке. То есть, друзья мои, если по мне ударят, у нас комбо-счетчик не обнулится. Посмотри, какие тут еще есть. Ё-парсете. Пираты. Костюм 80-х. Оригинал. Пушечный залп. Увеличит частоту появления пиццы. Воу. Слушай, ну это круто. Так, мне бы еще какие-нибудь новые костюмы на своих черепашек найти. Было бы круто. Бибоп очень увертлив. Сгруппируй черепашек так, чтобы все твои удары достигали цели. А как я их сгруппирую? Если они сами по себе. Ну что, погнали. Каменные големчики, да? Стоп, 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 стоп. Зачем мне Рафаэль? Я Рафаэля не хочу. Отдайте мне Лео. Вот так вот. Мелкие гаденыши. Но противные. Ребята, а мне вас жалко. Это он к кланфутусам обращается, да? Ох ты, гаденыш. Ты не знаешь, как больно это будет. Иди сюда. Бросает он там свои сюрикены в меня.
Кто следующий? Никого? Пора выбираться отсюда. Ага. Опять ледяные. Фига, я там лучом жарю. Круто. Что я могу сказать? Они все за мной что-то бегают. Вот прицепились-то, а? Нет, все-таки обнуляется счетчик. А сказали, что не будет. Обманули. Так, мелкие маузеры ползут. На-ка. Надо суперудар делать. Почему не сработал суперудар? Не успел, да? Просто использовать его. Так, ладно, двигаемся дальше. Должен быть уже рядышком Бибоп. Где он? Эта зима вряд ли вас порадует. Блин, ну только тебя тут не хватало, а? Так, а что это мы такие быстрые-то? Фига у нас тут. Атаки. Уходите. Давай, давай, давай. Тогда допинывай, муж. Есть. Еще и здоровье себе восстановили. Шикарно. Все? Погнали. Вот сейчас уже, наверное, будет Бибоп, скорее всего. Может быть и нет. И я заставлю. Чего? Не вставай, глупец. Так, погнали, друзья. Бьем, 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 без остановки. Давай, давай, все суперудары наши применяем. Куда он там делся? Вижу. Вот он. Пинаем его. Такие довольные. Суперудар. Почему суперудар не срабатывает? Я же... Зашибись. Блин, я потерял. Где я-то? Блин, офигеть. Ага, попался. Так, совсем чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. Прожимай, прожимай, прожимай. Есть. Черепашки. Один, кабаны ноль. Не разбейте мои очки, это типа моя фишка. Слушай, но здесь почему-то Бибоп оказался простеньким. Так, прошли с тобой на две ячейки. Окей. Погнали дальше. Так, сейчас, я понимаю, будет проходящий, а потом уже будет Рокстеди. Ага, костюмчик. О, как. Ну что, ребята, надо получать нам костюм. Новый. Интересно, на кого? Ну, 100% это не на Леонардо. Кого-то из моих братьев. Вот на кого? Сейчас узнаем. Так, здесь ничего нету. Да чтоб тебе. Ну что, с тебя хватит? Их вот так лучше сбивать с ног. Супергеройским ударом. Ёк-макарёк. Ты посмотри, кто тут прибыл.
На тебе лучом, гаденыш. А там еще один пришел. Что он творит? Иду на таран. Да что же ты будешь делать-то? Что ты мощный-то? Вы достойные воины. Фьюх. Офигеть, половину здоровья оставили нам. Зря потратил суперудар. Лео, ты куда это? Улетел. Еще плохие парни. Где? Так, я ищу костюм. Так, ледопицца. Хилпицца. Да сбей ты его с ног-то, господи. Вот так вот. Надеюсь, там, откуда они пришли, еще есть? Их там дофигища. Так, сейчас мы сделаем свой суперудар. Опа, и костюм новый. Космический костюм. Это на Рафаэля. Костюмчик на Рафа выпал. Теперь Рафаэль у нас космонавт. А что делает этот удар, я не помню. Волну, гравитация. Шикарно. Отведай моих. Че там? Рогов? Так, нужно торопиться. Опять крыша. Опа. А как вот эту штуку? Так, используй бонус костюм ниндзя тени, чтобы разблокировать уровень поединка. Костюм ниндзя тени. А у меня такого нету, ребята, костюма ниндзя тени. Поэтому не получится здесь. Так, а что у нас тут? Опять эти медведи. Кавабанга. Нифига я там разлетался. Сбить надо с ног его. Ну, окей. Все? Ага, как же все. Уходим. Давай, Лео, жги. Медведь, ты запарил. Все? Все. Так, минус кланфуд. Непоправимая ошибка пользователя. Победа. Ну, только одну ячейку получаем. И на этом спасибо. Так, ну что, друзья мои, идем с вами на Рокстеди. Первый босс, когда мы с ним встретились, был довольно силен. Кстати, может быть, нам здесь поменять костюм? Давай-ка глянем. Так, Рокстеди. Костюм. У нас с тобой два одинаковых костюма. Вегетарианская пицца удваивает здоровье. Так, давай-ка мы что-нибудь другое возьмем. Так, альфа-медведь. Специальная атака, отпугивающая других медведей и мелких каменных воинов. Слушай, у меня, оказывается, есть такой костюм. Когда я его успел найти? Возьмем, наверное, его. Так. А вот здесь нам лучше взять, наверное, гитариста. Так, повышает силу атак и защита на 12,5%, увеличивает вероятность атаки. Нет, это мы с тобой лучше оставим.
увеличивает ущерб ледяных големов. Слушай, а у тебя есть костюм, как он называется-то, гитариста? Есть. Почему, ребята? Потому что, когда мы с тобой погибаем, у нас есть один раз за уровень жить с небольшим запасом здоровья. Поэтому оставляем. Так, а у Дони удваивает здоровье. Все. Вот это меня устраивает. Погнали. Будем с тобой отпугивать всяких там медведей. Будем с тобой отпугивать мелких этих ублюдков, которые будут на нас бежать. А Рок, кстати, может нас на бегу сбить с ног. О-о-о, этот шар, да, чё он? Не успели мы его подбить, да, получается? Блин, он портал вызывает. Да, ну... Бьем. Так, супер удар. Надо его лучом бомбить. Да, вот так вот. Все, нет? Нет, не все. Еще портал открывает. Работают профессионалы. Меня, подождите. Кричит Майки. Так, не забывайте, что здесь Рокстеди. Давай-ка так влупим. Окей. Блин, их еще больше стало. Сделаем удар. Слишком много тут, по-моему, этих големчиков. Игра окончена. Кто там идет? Блин. Они убежали. Что они делают? Они уходят, что ли? Они даже в драку почему-то не лезут. Медведи. Все, они ушли. Прикинь. Мы их напугали, они ушли. Нам даже драться с ними не пришлось. Так, дело сделано. Пицца. Давай-ка влупим. Не берем пиццу пока. Она нам нужна будет. Как говорится, подэкономим, да, чуть-чуть. Легче легкого. Давай-ка поднажмем. Да, и в то же время нужно будет ее взять, потому что если мы уйдем... О, да, специально для Майки. Взял пиццу, и все равно что-то у нас здоровье не прибавилось. Зашибись, он там своей вертушкой крутил, а я стоял и наблюдал. И здоровья у нас мало. Опять. Так, он... Ну... Че, я один должен драться? Ты посмотри, сколько у нас здоровья. Не знаю, пройдем ли мы с тобой Рокстеди. А он сейчас как раз, да, будет? Берегись, носорог весом в тонну. Ха-ха, ощутите мою силу. Гранат начинает бросать свои. Ну что, попробуем? Пиццу мне нужно взять.
называется Power. Мне кажется, мы его не сможем одолеть. Ух. Да ты посмотри, что он вытворяет. Ну, трындец. Так, ладно, ребята, увидимся на Рокстеди. Так, ну что, друзья мои, вот он и Рокстеди. Так, погнали. Сразу же лучом его. Так, посмотрим, что у нас тут вообще есть. Пицца. Пицца — это всегда хорошо. Да ты заколебал, а? Давай, давай, друзья мои, бомбим. Гравитацию. Не надо. Так, сейчас суперудар накопится. Погнали. Да-да-да-да-да, прям в спину ему. Есть. Фи. Куда четырем черепашкам победить меня? Торжество разума над материей. Ребята, что-то я его тут вообще на изи разобрал. Даже две ячейки крэнгов получил. Так, ну что? У нас с тобой, блин, я не знаю, стоит ли сегодня идти до Шреддера. Наверное, стоит. Так, новый костюмчик мы с тобой получим. Погнали. Пока меня все устраивает, наши костюмы очень хороши. У Леонардо единственное вот плохо, что у него вот эта вот атака лучом из глаз может только повреждать одного противника. Остальные все атаки массовые. Так, ну что у нас тут? Где костюм? Ё-моё. Ай-яй-яй, сбили. Да что тебе, да уходите вы. Пора заряжать. Отлично. Танцует он мне здесь. Танцор диско. Еще не закончили, да? Пляски. А ну-ка отведай. Блин, я не мог суперудар сделать. Так, клан футовцы прибыли. Так, уходим. Блин, очень мало здоровья. Game over. А вот и мы. Так, спускаемся в самый низ. Хочу получить новый костюм, друзья. Опа. Костюм на Микеланджело. Давай, 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 вшпариваем. Супергерой. Теперь у нас два супергероя. Так, мелкого это. Оу, големы пришли. Ты бич. Эти мелкие вообще разбежались. Ну-ка, суперударом. А, куча мелких выбежала. Все. Фух, напряженно, напряженно. Кто тут? Пока ниндзя. Давай кого-нибудь прижучим. Покажем им, что мы умеем. Слушай, он достался своими гранатами.
Давай, 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 давай. Слушай, а у нас гитары-то больше нету. В случае смерти мы с тобой не ресанемся. Вот что я тебе хочу сказать. И это совсем меня не радует. Угу. Пицца. Ёк-макарёк. Воу. Гигантская пицца. Давай, 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 давай. Е, супер удар. Фига мы быстро как. Мне нравится. Просто в щепки мы их разнесли здесь. Две ячейки, отлично. Слушай, нам нужно поменять костюм. Потому что Микеланджело супергерой. Кстати, мы можем поменять себе, точно. Только вот какой, должны быть все разные. Наверное, я возьму гитариста. Шреддер. Ё-моё. Это, ребята, у нас Шреддер. Так, гитарист, где у меня? Вот он. Ну что же, самое время проверить, что из себя представляет босс Шреддер. Искаженный Нью-Йорк 9. После стремительного броска к противнику черепашки продолжают бой автоматически. О как. Портал. Идут. Ну, почему не сработал? О-о-о-о, маленькими стали. Кренгов остановить. Фига там, Рафаэль рвет. Погнали. Донни, гравитация твоя нужна. Пибич. Чётенько. Иди сюда. Носатый. Ниже нос, выше рога. Все. Слушай, здоровье, мало. Здоровья мало, а у нас еще Шреддер впереди. Вот так вот. А здесь-то что? Блин, ничего нету. Будем так их бомбить. Так, у меня накопилась гитара. Можем, если что, музыку врубить. Да упадите вы все уже, а? Кто нам наносит повреждения? Я никак не могу понять. Кто там еще заорал? Йоу, парсете. Вот тебя-то тут нам и не хватало. Да бейте, бейте. Фигня получается какая-то. Уходим. Естественно, Леонардо у меня тормозит. Все, этого ушатали. Так. Фу, половина хп остается. Блин, если мы с тобой не залечимся в ближайшие там минуты, я боюсь, Шреддера нам с тобой не победить. Скорее всего, он здесь, да, будет?
Нет. Донни, где твоя гравитация? Отлично. Но она слабенькая, она не убивает их. А вот это уже другой разговор. Чего там? А, ледяные прибыли. Мы охладим ваш пыл. Ну-ка. Разбираемся, разбираемся с ними. Замечательно. Так, сейчас будет еще супер удар, наверное, если накопим. Поехали. Шоу начинается. О, больше нет? Что ж, а вот и мы. А вот здесь, скорее всего, будет уже Шредер. Воу-воу-воу. Это Шредер. Ничтожные, вы недостойны даже пасть от моей руки. Разберись с черепахами. Ёк-макарёк. Сегодня на обед черепаховый суп. Это у нас, ребята, тигриный коготь собственной персоной. Да-да-да-да-да, политая маленечко. А если мы танцульки? А как он сбил меня? Ёк-макарёк. Фига он летает. Так. Бьем, 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 ребята. Ух ты. Да ты посмотри, что творит. Это трэш.